Основная цель операции – выявление автомобилей, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа, и привлечение владельцев таких машин к ответственности. Сотрудники госавтоинспекции составляют административный протокол и требуют устранить неисправность на месте. С начала проведения операции сочинские полицейские составили более 1000 административных материалов. Согласно пункту 7.3 приложения к основным положениям ПДД, запрещается эксплуатация транспортного средства, на котором установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность места водителя, ухудшающие прозрачность стекол. Светопропускание стекол должно составлять не менее 70%. Ко всему прочему, задача правоохранителей – убедить водителей отказаться от тонировки. 1030 правонарушителей удалили тонировку со стекол своих автомобилей на месте, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.